И снова здрасте, дорогие друзья, с вами снова Карлик Свитери. Ой! Да. Как-то не особо у меня получилось начать эту серию. Как-то неэффектно. Ладно. Короче, мы с вами проходим Крок, Легенда Гобосов. И вот... Мы сейчас пытаемся освободить одного из своих многочисленных братюней, чтобы вот его, значит, освободить. Блин, да я уже совсем запутался. Ладно, короче, вот здесь вот золотой ключик. Опа, висит. Так, я вот куда его применить, я не знаю, потому что для... Ох. Для... Короче, для разных там решеток и прочих ништячков. Таких маленьких замочков используется. Да ёкарный ты, дантисин. Короче, используются маленькие ключики. А сапфира у меня пока нет. А где этот маленький ключик, я вот не нашел пока. Ну, не получилось у меня его найти. Вот так вот. Что там внутри? Вот эти кристаллики. Я сохранюсь. Да что ж такое-то? Так, о, здорово, братья. Так. Братюни мы потом освободим. Число. А, ну вот и этот самый маленький ключик. Так что долго ему ждать не придется. Ой. Добрый братюня крокодильчик уже идет на спасение. Ну вот уже три гобоса спасено. Да ё-моё. И... Фак. Ненавижу темноту. Мне страшно в темноте. Так, ну ладно, гобоса мы уже спасли, так что тут второй раз не надо. Тогда вот тут еще раз сохранимся. Ёкарный ты ж барабек. Опа. Фух. Есть. Остался только последний камушек и три гобоса. О, какие приятные подземелья. И Бэтмены тут тоже такие добрые. Кстати, вот это вот из первой зоны вот такие вот. Из первой зоны вот эти вот красивые ландшафты. Давайте я тут сохранюсь снова. У меня уже, видимо, входит в привычку сохраняться. Ну и ладно. О, вообще хорошо. Так, вот держись, братюнь. Сейчас я... Опа, здорово. Я тоже рад тебя видеть. Залезай в портфель. Потому что гладиолус. Сам не знаю, для чего это сказал. Просто... Фразочка такая прикольная. Наверное, я просто вообразил себе, как он у меня спрашивает. А почему портфель? Потому что гладиолус. Вообще прикольный ответ. Он, наверное, самый универсальнейший. Универсальнейший из всех, которые когда-либо существовали. Так что абсолютно неудивительно, что он стал так популярен. О, да, исчезнувшая кнопка. Активированная и поэтому исчезнувшая. А, вот такие я и люблю. Просто потому, что они исчезают с приятным уху звуком. И еще такие прикольные бульканья, когда... ну, как это называется? Когда появляются платформы вот эти. Фух, отлично. А, видите вот эту маленькую ручку? Это привидение. Так, ладно. Уа, побежали. Как будто бы отзывается на мой зов. Вау. Не догонишь, не догонишь, сволочь. Будь ты неладно. Блин, что это вообще за призрак такой? Какой-то непонятный он. Э, ты чё мои алмазики крадёшь? Ай, давай, давай. А, нет. Так, спокойно. Опа. Давай. Нет. Сволочь. А эти
Почти уже. Если бы я не замешкался на том повороте, я бы уже успел спасти братюню и закончить этот уровень. Вот поэтому я и ненавижу такие уровни. Так, ну на этот раз у меня преимущество в скорости. Черт, слишком рано прыгнул. Вот хрен тебе. Сгусток протоплазмы. Или из чего ты вообще состоишь? Хороший, кстати, вопрос. Но ему сейчас не время. Так. Вообще, здесь, по-моему, надо почаще сохраняться, потому что очень трудно убежать от привидения. Да ё-моё! Ну где оно, мое преимущество в скорости? Так, все, сохраняюсь. И бегу дальше. Какое все-таки забавное привидение. Да, очень глупо вышло. А только забавное, но только когда оно не поглощает камушки и вообще так медленно движется. Только тогда оно забавно. Опа. Так, спокойно. Спокойно, братюнь, сейчас тебя освобожу. Давай, черт возьми, гонг. Фух. Ты проиграла. Вот. Самоуничтожилось, а я оказался крутым. Ладно, подождем, пока установится платформа. Все. Кадыр. Фух. У меня даже руки вспотели от напряжения. О, ранчо кактусового Джека. Уже второй босс. Ух ты, да это же Ранго. На самой вершине кактуса. Ты что задумал? Ни хрена себе. Кактусовый орк. Блин, я в жизни не видел ничего прикольнее. Ай, ладно. Осматриваемся, сохраняемся. Делаем прочие полезные вещи. Как-то собираем жизньку. Прыгаем, прыгаем, еще раз прыгаем. Здесь на... Он так жалобно воскликнул. Да ё-моё, какое-то управление все-таки неудобное. Не, ну понятно, что это PlayStation. Но все-таки порой это начинает раздражать меня, даже такого большого фаната этого, PlayStation. Все! Зашибись, первая комната пройдена. Кабум. Все. Первая комната пройдена, мы молодцы. Это вторая комната. Опа. Ой. Ой-ой-ой-ой. Их. Так, сохраняемся. Да он пулеметчик. Ой, что там такое? Вау. Братюня, братюня, спокойно. Проблемы? Не, он меня прикалывает вообще-то. Вау, 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 эй, эй, ты, ты успокойся. Спокойно, братюнь. Кактусовый бачок. Вау, вау. Какой забавненький он все-таки. Блин, я хочу такую плюшевую игрушку. Ладно. Ранго. Вот такой он. Ну что, это типа конец четвертой зоны, да? Ой, третьей зоны. Нет, это пока не конец. Дефиато Буррито. Да. Весьма оригинальное название. Дефиато Буррито. Ладно, здесь мы тогда сохраняемся. И стараемся пройти эту зону как можно быстрее. Опа! Молниеносность нападения. Вот главный... Вот залог успеха в таких случаях. Аналогично данному, который произошел только что на ваших глазах.
Блин, нахрена я эти кристаллики собираю? Здесь все равно нет цветных кристалликов. Ну и какая нахрен разница? Я чисто по привычке их собираю. Ну как яблоки в Crash Бандикуте. Я их там тоже чисто по привычке собирал, хотя уже там этих 99 жизней накопил. Целый максимум. Ладно, прыгаем. Сохраняемся. Так. Оп. Прыгаем. Вообще здесь нам придется очень много прыгать. Ну вот, снова. Да ё-моё. Ладно. Хотя, пофигу. Так, здесь снова сохранимся. Да ё-моё. Да... Ох. Спокойно, буду проходить, пока у меня не кончится... хронометраж этой записи. Так. Только ради вас, дорогие мои друзья. Ну да, конечно. Ладно, пофигу. Забили большой чугунный на эти самые... Опа! И прыгаем вперед к победе. Так, ага, все ясно. Ну ясно. В общем, тут где-то должна быть волшебная. Вот он, ключик наш. Желанный ключик. Так, давай, давай, Крок, быстрее. Да чтоб вас всех, Нептуны. Не до Нептуны, блин, стражи. Хорошо, сейчас я тут доплыву. Мне хватит времени, число. Да-да-да, мне хватит. Ой, боже. Так. Давай-давай. Давай скорее платформа или что там вообще? Платформа. Так, ну-ну-ну-ну, да-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 
уже 6 кусочков. И это хорошо. Все, мы добрались до крепости самого барона Данте. На этом я заканчиваю свой эпизод. С вами был Карлик Свитери. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх и комментируйте мои видео. Фух, это было напряжно, но это было здорово.